это начало большого этапа развития авиакомпании, кардинального изменения флота, поступление в течение 2 лет в общей сложности 12 самолетов, 8 из них ко 2-м европейским играм, и это подготовка Белавия к этим играм. И самое главное, что для пассажиров это будет возможность пользоваться нашими самолетами с большим комфортом и улучшенным сервисом.